Уважаемые акционеры «Газпрома», очень приятно, будем знакомы. Я Семен Слепаков, можно просто Семен, можно просто, любой из вам удобных имен. Дмитрий, Геннадий, Акакий, Егорка. Главное, чтобы вам было комфортно. Ну что ж, перехожу непосредственно к теме. Сейчас расскажу о своей проблеме. Короче, со мной тут такое дело. Мне что-то работать вообще надоело. Я верю, вы прислушаетесь к этим словам. Потому что кому их понять, как не вам? В общем, скажу вам открыто и прямо. Вчера я видел по телеку вашу рекламу, и в ней убедительно сообщается, что вместе с «Газпромом» мечты сбываются. «Газпром» выполняет свои обязательства. И в этом яркое доказательство. По выражению ваших лиц сразу понятно, мечты сбылись. В общем, я впечатлен вашим личным примером и хотел бы стать тоже акционером. Мне не нужно каких-то космических денег. Дайте хотя бы 1%. 1% уже ничего не значит. Какая-то мелочь девятизначная. У вас этих денег хоть жопа ешь, а у кого-то в бюджете брешь. Я хочу быть инженером, я хочу быть комбайнером, я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Я хочу быть землемером, я хочу быть модельером, я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Обещаю, что буду вести себя скромно, как самый обычный сотрудник «Газпрома». Не просто тупо деньгами швыряться, а осторожно, чтобы не выделяться. Куплю часы швейцарские золотые. Ну, чтобы не выделяться, чтобы все остальные. На них бриллиантов штук 10-15. Иначе сразу начну выделяться. Еще небольшой «Мерседес» С-класса, чтобы быть как «Газпромовца» в серой массе. Не «Майбах» и даже не «АМГ», а скромно, простенько, для души. Еще на Рублевке построю 3 дома. Ну, чтобы не отходить от традиции «Газпрома». Вообще, лично мне бы хватило и 2. Но что делать? Корпоративный дух. «Бентли» жене с красно-синим салоном. У вас такие охранники дарят женам. Кольцо с бриллиантом. Каратов 20. Ей тоже же хочется не выделяться. «Феррари» сыну. Ему же 17. Ну, чтобы в МГИМО парню не выделяться. Яхту себе 30 метров длиной. Чтобы тупо смешаться с вашей толпой. По нашей скромной корпоративной традиции. Свой день рождения отпраздную в Ницце. Я попеть приглашу Бритни Спирс с Мадонной. Чтобы не быть в компании «Белой вороны». Я хочу быть миллионером. Я хочу быть миллиардером. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Я хочу быть московским мэром, президентом и даже премьером. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Дорогие, любимые акционеры, прошу вас, примите скорейшие меры по зачислению меня в него, в ваше волшебное ОАО. И хотя предложение весьма неожиданно, надеюсь, рассмотрите его положительно. Ведь все-таки это наш общий газ. А мечты сбываются только у вас. Не хочу быть милиционером и даже завкожным диспансером. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Не хочу быть нарциссом Пьером. Не хочу быть с огромным х**. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Не хочу я быть браконьером. Не хочу я быть гондольером. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Не хочу быть наркокурьером. Не хочу быть просто курьером. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Спасибо.